Каждая клеточка нашего организма готова откликаться на наш голос и наши просьбы. Используйте это себе во благо для того, чтобы быть здоровым. Регулярно, ежедневно разговаривайте со своим телом, со своим организмом, а если имеются больные органы, то конкретно с этим органом. Например, с сердцем нужно разговаривать очень нежно. Если болит сердце, нужно говорить: «Дорогое мое милое нежное сердечко, пожалуйста, прекрати болеть». Ну и что-нибудь еще в этом роде ему скажите. Если с печенью нужно разговаривать более жестко. Печень – орган грубый. Если болит печень, нужно четко ей сказать: «Прекрати болеть, мне нужна здоровая печень». Попробуйте, практикуйте разговор со своими больными органами, и вы увидите результат вскоре.